Всем здравствуйте! Взять из детдома ребенка в семью не так просто, а еще сложнее построить хорошие и долгосрочные отношения. Не все рассчитывают свои силы и вынуждены расставаться со своими приемными детьми. Так произошло с известной актрисой Ольгой Будиной, звездой сериала «Граница. Таежный роман». Актриса в последнее время отошла от своей актерской деятельности и занялась благотворительностью. Помогает детям, которые остались без родителей, проживающим в различных регионах нашей страны. Взаимодействует с различными благотворительными фондами помощи детям. Будучи в адыгейском приюте, она познакомилась с 14-летним мальчиком Сашей Исмаиловым. Мальчик ей сразу приглянулся и стал для нее ближе, чем все остальные. Постепенно они сблизились. Актриса несколько раз приглашала его в гости, брала его в поездки и путешествия. Мальчик нашел общий язык с родным сыном Ольги Наумом. Со временем актриса приняла решение усыновить Сашу. Все складывалось хорошо, но по истечении какого-то времени актриса стала терять доверие к Саше. Она поняла, что он использует ее как богатую актрису, которая может дать ему то, что не имеют его сверстники. По словам Ольги, Саша мог обмануть, схитрить. Все его поступки говорили о том, что он знает, чего хочет, а Ольга лишь инструмент в его руках для достижения своих целей. В конце концов, терпение актрисы лопнуло, и она сказала, что халявы больше не будет. Ольга признается, что не стала авторитетом для мальчика и попросту не справилась бы с оканчивающим школу подростком. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.